Клавесин и барочная гитара, кельтская арфа и контрданс, спинет и виола де гамба. Давно забытые музыкальные инструменты известный мозырский мастер Андрей Шклёда представил на суд широкого зрителя. Многие из них невозможно найти в современном оркестре 21 века. И тем более практически нельзя услышать с большой сцены. Виола де амур – последний инструмент, который я сделал. Вот, этот инструмент относится к эпохе барокко. Инструмент интересен тем, что он имеет 12 струн, 6 игровых, 6 резонансных. Также отличается очень интересным тембром, звучанием. Вот. Также колесная лира, которая является национальным белорусским старинным инструментом. Вот. И хочется показать еще виолы, вот, бордона и арфа также. Ну и остальные инструменты, орган, клавесин. Зрителям, посетившим открытие, все же повезло услышать некоторые из инструментов. Аутентичность экспозиции как нельзя лучше подчеркнул живой концерт ансамбля старинной музыки «Альба Рутеня». Андрей Шклёда смело взял на себя роль экскурсовода и готов был лично рассказать о каждом экспонате любопытствующим посетителям выставочного зала. Во время работы выставки будут организованы встречи с мастером, на которых он расскажет о том, как создается тот или иной старинный музыкальный инструмент, покажет технику и непосредственно продемонстрирует игру. На выставке представлено более 10 музыкальных инструментов, созданных самим мастером Андреем Шклёдой. Также представлены инструменты, которые создавали его ученики. Выставка старинных инструментов продолжит работу до 29 октября. Окунуться в чарующий мир музыки с оттенком прошлого можно за весьма символическую цену – 1 рубль для взрослых и 60 копеек для детей. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Виктор Цирулик, Юрий Грабец, телеканал «Музырь».